Приветствую вас, мои сладенькие. Сегодня речь пойдет о клоне Sega Mega Drive 2. И сегодня я подробно расскажу о нем. Итак, чем мне приглянулся данный клон? В первую очередь обращают на себя внимание оригинальных всех надписей. То есть здесь 16 бит, Sega Mega Drive 2, Power Reset, как в оригинале, все, и Sega. Форм-фактор. Она точно такая же по размеру, как и оригинальная Sega Mega Drive, которая у нас была в 90-х. Отсутствует здесь только боковой слот. Его здесь нет, это муляж. Перевернем же здесь, смотрим на заднюю сторону. Как мы видим, здесь фирменный логотип Sega. Резиновые ножки, на которых она стоит, весьма качественно сделаны. И как мы заметим, китайцы даже сюда поставили втулку, что тоже весьма впечатляет. Полноценный видеовход, вход для адаптера, порты для джойстиков левого и правого. Как мы видим, коррозия не пощадила и их. Откроем же ее и посмотрим, что внутри данного чуда. Как мы видим, плата собрана на качественных японских элементах. Известный процессор SM801A. Очень качественный процессор. Вот он, мы его видим. Он выводит стереозвук, качественное изображение, в отличие от клонов на капле, слот для картриджей, транзистор. Ну и, соответственно, здесь мы видим 5 выходов полноценных, то есть не 3 выхода, а 5. Стереозвук распаянный, выход на адаптер. Что еще сказать про данный клон? Ну вот здесь уже видно, что расширения здесь нету. С этого слота здесь его не распаян производителем, так сказать. Но эта Sega ничем не уступает своему полноценному собрату. Давайте же подробно рассмотрим джойстик, который шел с данной приставкой. Как мы видим, джойстик повторяет форму оригинального геймпада Sega Mega Drive 2. Шестикнопочная конструкция, кнопка старт, кнопка моды, толстый провод с хорошей изоляцией. Здесь пластик сидит на 5 винтах. Фирменный логотип SG6000, тоже Sega написано, сделано в Японии. Вот мы разобрали джойстик, как мы видим, плата толстый текстолит. Пайка очень качественная, хорошая. Все площадки не замазаны припоем. На оборотной стороне у нас сглаживающий элемент и кнопка моды. Резинки толстые, не проминаются, не продавливаются, в отличие от современных новоделок. Вещь хорошая. Итак, давайте же посмотрим в работе ее. Включаем. И на экране, как мы видим, ничего. Минуточку. Надо продуть картридж. Еще раз. И снова ничего. Зря я на нее спирт переводил сегодня. Не помогло. К сожалению, она ходит безвозвратно в кремниевый ад. И ничего не предвещало беды, как говорится. Помянем же эту безвозвратную ушедшую Сегу в аналы истории. Нет, все тщетно. Сейчас попробуем оживить ее с помощью сжатого воздуха. Давайте же. Посмотрим, запустится она или нет. Я сам боюсь, знаете, мне самому страшно. Баллончик нам, к сожалению, не помог. Нам требуется более радикальный метод. Вот. Прогреем ее до красна. И посмотрим, включится ли она после этого.
Как мы видим, на экране опять пусто. Если ничего не помогает, то в крайних ситуациях помогает фен и прогрев до красна. Посмотрим же, работает ли она после этого. О, пожалуйста. Как мы видим, все заработало. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующем выпуске.